ПСРМ обнародовала новую программу. Документ принят съездом и Республиканским советом партии, основан на построении современного государства, независимой внутренней и внешней политики, ориентированной исключительно на защиту интересов граждан страны. Задача социалистов – конституционно запретить деятельность партий, выступающих за ликвидацию независимости государства. Программа состоит из 10 разделов: государственность и нейтралитет, молдавские исторические традиционные ценности, межэтническое общество, промолдавская внешняя политика, восточный вектор, воссоединение страны, политическое урегулирование приднестровской проблемы, государство для людей, социальная справедливость, развитая экономика, эффективные госструктуры, борьба с коррупцией, развитые регионы, современные города и села и чистая окружающая среда. ПСРМ стремится сделать все возможное для укрепления молдавской идентичности и построения полиэтнического общества. В то же время ПСРМ выступает за национальный суверенитет и власть народа, выраженные через государственные органы, предусмотренные Конституцией. В связи с этим социалисты предлагают поправку к основному закону страны, запрещающую организацию референдумов, которые могут привести к ликвидации независимости республики. Партия также выступает за запрещение по закону политических партий, которые продвигают эту цель. В то же время ПСРМ выступает за ограничение внешнего вмешательства во внутреннюю политику страны, как это происходит во многих демократических государствах, таких как США, Россия, страны ЕС. Социалисты настаивают на статусе постоянного нейтралитета Молдовы и его признании Генеральной Ассамблеей ООН. Партия выступает против участия молдавских военных в международных миссиях и призывает присоединиться к движению неприсоединения. В настоящее время около 2/3 государств ООН или 55% населения мира являются участниками этого движения.